Девчонки, всем привет! Сегодня хочу вам показать еще один праздничный макияж. И если вам интересно, как я его сделала, обязательно оставайтесь со мной. Такие вот кремовые тени от NS в оттенке золотого оттенка. И нанесу их на все подвижное веко. Затем я возьму вот такие вот сливовые тени и вот такую вот маленькую кисточку и начну вырисовывать внешний угол глаза. Этот же оттеночек мы наносим немного и на нижнее веко. На плоскую кисточку и вот такой вот золотой оттенок теней. И закреплю наш кремовый тень. Затем я возьму кисточку для растушевки и растушу немного края. Затем я возьму скошенную кисточку и вот такой вот фиолетовый оттенок. И нанесу его на нижнее веко. И теперь этот цвет аккуратненько растушу маленькой кисточкой. Возьму черный карандаш и подчеркну водяную линию нижнего века. Затем мы сделаем небольшие стрелочки. Я буду, как всегда, использовать свою подводку и тоненькую маленькую кисточку. Стрелку не выводим за границ наших теней. То есть стрелка должна заканчиваться там же, где заканчивается наш оттенок. Ну и последнее, мы берем тушь, у меня это тушь от Essence, и прокрашиваем верхние и нижние ресницы. Наших скул я буду использовать бронзер и кисть до фибра. На губы я нанесу вот такой вот карандаш, такого вот оттенка, и сверху покрою прозрачным вот таким вот блеском. Вот и все, наш макияж готов. Надеюсь, вам понравилось. Оставляйте свои комментарии, подписывайтесь на мой канал. Всем пока!